Друзья, всем привет! И вышло обновление на CSGO Sticker Поиск. Добавили все мажоры, которые вышли на данный момент, вплоть до Берлина. В связи с чем я хочу вам дать подсказку о том, что во время распродажи и после нее, в течение ближайших пары недель, можно будет выгодно ловить интересные стрики, интересные стикеры на оружиях, конкретно с Берлина. Я вам советую как можно чаще чекать эти вещи и, соответственно, вытаскивать что-то интересное. Также не забываем о стикерах 2015 года, которые сюда добавили, о Лондоне и о Катависе 2019 года. Ну а на этом маленький ликбез я заканчиваю. Всем хорошего трейда и удачи!